отверстие. Зигзаг. Вот так вот. Один тиш. Чего на краю. И еще один тиш. Ну, на почин. Был еще один. Выскочил кто-то, я не успел дернуть. Ну ладно, не важно. Да, два чижа, чижмашка, зеленуха. Это зеленуха, она. Машку мы сейчас выпустим, и он чижик, батя, выпутает. Машка, смотри какая, какая вредная. На старт, внимание. Есть, на самом краю.
Короче, напоследок решил накрыть еще одного щегла. Крутился он здесь, вертелся. Вот он попался. Ловить нам уже сегодня надоело, одним словом. Птицы нафигачились сегодня так дофига. Поэтому собираемся и идем домой. Сегодня по налетам, что сказать, много видео будет заснято, покажу, как там сидели чижи в тайнике. 4 штуки, 2 чижа и 2 машки, я их не крыл, потому что у меня чижей уже и так дома целая куча, блин. Вот, если кому надо, пишите. За умеренную плату отдам. Не поменяю на клетку на большую, во, самое лучшее. Поэтому подписываемся на канал, ставим лайки, комментируем. Всем пока. Всем пока.